В выставочном павильоне интерьера шоу в бельгийском городе Кортрейк среди множества вещей, связанных с проектированием и дизайном дома, необычный экспонат. 180 килограммов бельгийских шоколадных пралине на капоте и дверях автомобиля Audi TT Coupe. Любимые конфеты везде, на крыше и даже фарах авто. Тысячи штук маленьких шоколадинок собирались в течение целой недели. Организаторы и участники необычного шоу говорят, что идея объединить две любимые вещи пришла спонтанно. Мы попробовали обыграть тему бельгийского шоколада с интересом к менее любимому автомобилю. И думаю, к концу выставки у нас будут съедены все конфеты.